Постигнет или нет судьба Советского Союза Евросоюз? Думаю, что нет. Потому что очень долго европейское сообщество шло к этому единению. И процессы интеграции в Европе, которые начинались не 5, не 10 лет назад, а практически после войны, ну, их не остановить. Объективно, это историческая необходимость, к которой эти жители, то есть Европа свободная, шла на протяжении нескольких десятилетий. И развалить эту систему достаточно тяжело. В тот самый момент, когда правительство и представители стран приняли решение о входе в Евросоюз, об этой евроинтеграции, очень многое было поставлено на карту. И они понимали, что есть так называемая точка невозврата, назад уже вернуться будет нельзя. Я думаю, что многие вот эти интеграционные процессы, их уже не обратить. Возможно, будет сделан выбор в сторону где-то послабления, может быть, монетарной политики, либо экономической. Но назад дороги уже не будет.